5 по 11 августа при поддержке правительства Рязанской области, Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, Федерации воздухоплавания России и области на территории Рязанской области проводится традиционный международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль «Небо России 2013». Фестиваль имеет давние исторические традиции воздухоплавания на Рязанской земле и большую популярность не только среди участников, но и зрителей области. По итогам проведенных соревнований в рамках фестиваля будет определен рейтинг пилотов и состав сборной России, которая будет представлять нашу страну на чемпионате Европы и в Польше, и чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. Поэтому для нас это такое знаковое, большое очень событие. И мы надеемся на то, что наши пилоты удачно выступят. И особенно возлагаем большие надежды на Ермакова Володю, самого молодого пилота России, который примет участие в этом большом событии, которое пройдет на Рязанской земле. И желаем ему всяческих побед, успехов, удачи. В этом году в Рязани ожидаем более-менее благоприятную погоду. Все, что сейчас идет, должно продуть. Вот. И на неделю ожидаем благоприятную погоду, соответственно, минимум 8 полетов. Соответственно, планируем сделать минимум 26 заданий. В каждом, соответственно, команда спортивная достаточно сильная из различных регионов, начиная от Кунгура, Пермский край к нам приезжает, вот, и заканчиваем Ленинградской областью. Едут люди, все достаточно опытные, и, в принципе, наверное, можно отметить тот факт, что в этом году в Рязани впервые в России спортивная дирекция представлена только российскими представителями, потому что до этого были приглашенные специалисты из-за рубежа, вот, но дай бог, чтобы эта команда, которая обслуживает это мероприятие, сработалась, вот, и, наконец-то, на территории Российской Федерации стала бы нормальная команда, обслуживающая мероприятие, и возможно то, что, в общем, как мы обкатаем и наши взаимоотношения, и в то же время те мощности в плане проживания, от этого будет зависеть потом развитие в следующем году, сможем ли мы провести чемпионат России.